господа. Добро пожаловать на шоу. Самое опасное шоу в Таиланде. Господин шоу, работает с самым опытным мастером-спортсменом в Таиланде. Так, и встречайте! Шоу, дорогие, это шоу собрано. У них смертельный тяг. Посмотрите, это очень опасный шоу. Посмотрите, угодите, еще есть тяг. Слушайте, супер. Этот парень очень опытный. Он уже много лет работал, что там. Посмотрите, это очень опасный шоу. Посмотрите, угодите, еще есть тяг. Слушайте, супер. Нападай! Ты тоже давай! А ты! Только тоже! Посмотрите, это очень опасное шоу! Это не мой! Нападай! И ты тоже давай! Только тоже! Укусы! Посмотрите! Это настоящее шоу! Это не мать, не видно. Тихо! Только слушай! Посмотрим. Представляете, один человек работает, не крупный микрофон. Это очень опасная работа. Тихо! Только аккуратно!
него это легко. Сейчас вы увидите пятку кубров. Посмотрите в стакане, ничего не пустой. Раз, два, три и поехали. Вот это да! Это настоящий дяку кубр, посмотрите. Этим дядям можно убивать не только человека, а даже и страну. Посмотрите, это настоящий дядя Кубров. Сейчас мы вам дадим потрогать кобру. Потрогайте кобру. Кобра – это признак удачи. Потрогайте кобру. Она вам принесет удачу. Не забывайте. Кобра – это признак удачи. Потрогайте кобру. Ваша мечта сбудется. Thank you.
зеленью, разные лекарства от разной болезни. Такие лекарства у нас нет в аптеке. Ну куда? Осторожно. Когда питомца ковыляет, пока пусто не хочет. Бритон, как и кобра. Очень полезный вариант. И с них делаю разные лекарства от разных болезней. Так и что у нас нет в аптеке. Наблюдай! Наблюдай! Осторожно. У питона уже много зубов. Сейчас поймать питона. Питон наплевал на направлении. Это шутка, не бойтесь. Не бойтесь, это шутка только. Никуда не бросится. Сейчас поймать питона. Питон не поймал на направлении. Посмотрите, как поймал питона шули. Посмотрите, один улетает, а другой поймает. Приняты, поймали, молодцы. Сейчас вы увидите зубы питона. От руки питон. Питон это Под руки питона. Питон. Очень